Здравствуйте, дорогие братья и сестры. И сегодня у нас в гостях отец рок-культуры отечественной, советской, российской, лидер группы «Черный кофе» Дмитрий Варшавский. Приветствую всех наших зрителей. Дмитрий недавно приходил ко мне на радио, и в процессе нашей беседы до меня стало доходить, что этот человек говорит очень умные вещи. От него исходит такое необыкновенное спокойствие, и это спокойствие как-то потом я понял, что это какая-то вот уверенность в завтрашнем дне, связанная с упованием на Господа. И когда я сказал, что бы ты пожелал нашим радиослушателям, он сказал, я желаю самое трудное, вот что-то такое сказал, я желаю сделать самое простое, самое трудное, несколько самых сложных шагов, шагов в храм, да? Да, наверное, так, да. Приблизительно так ты сказал. И я понял, что Шавский человек верующий и воцерковленный. Прежде чем мы вот сейчас к этому вопросу вернемся, я хотел бы напомнить вам, что «Черный кофе» – это группа, которую вы все знаете, которая стала известной с песни «Владимирская Русь». Деревянные церкви Руси, перекошены древние стены, подойди о многом спроси, в этих срубах есть сердце и вены. Заколочено на крест окно, молчаливо у Бога убранство, но зато старым стенам дано мерить душу с простым постоянством. Это был 80 где-то 7-й, наверное, да? Пластинка, да, вышла в 87-м году. Песня и чуть раньше появилась. Да, и вот именно когда вышла пластинка, то от Москвы до самых окраин появились песни, мы все поняли, что появилось в стране нечто новое. Появился какой-то другой рок. То есть были, конечно, там Макаревич, какие-то были группы, там Воскресенье и так далее, но на рок-музыку это трудно было назвать. Это было хорошо, но это было трудно назвать все-таки тяжелым роком, да? Вот. И то, что называется взрывная такая музыка, молодежь восприняла это все очень хорошо. И самое главное, что все, что не происходит, все происходит к лучшему. Интересно, что песни-то, я спрашиваю, вот, Дмитрий, вопросы тебе, кстати, задаю при всех. Как так получилось, что вот именно с первой песни подача такая была христианская, с первых шагов? Наверное, Господь так все устроил, теперь это определенно можно сказать, потому что на тот момент я, наверное, сам до конца не понимал, каким чудесным образом все это происходит. Но слава Богу, что так случилось. Я
именно эта песня, она стала таким вестником, музыкальным вестником для всей огромной нашей страны. Страна как бы находилась долгое время в состоянии безбожия в какой-то степени. Я имею в виду, конечно, были верующие люди, были, но в основном общая масса все-таки разрозненный какой-то такой атеизм. И, допустим, прекрасные там рок-группы, не будем сейчас их называть, такой рачок, да, легкий. Они несли просто какую-то, ну вот, в духе времени, да, подстраиваясь под молодежь. Ну, да, язычество, оно до сих пор превалирует вообще в области популярной музыки, но тогда особенно, да, практически вся рок-музыка, она была... Мутной какой-то, бездуховной. Она была языческой, это еще хуже. Лучше бы она была бездуховной. К сожалению, она была и остается языческой до сих пор. Так что эта проблема есть с музыкой. Да, с любой музыкой, не только с рок-музыкой. Но с рок-музыкой особенно это печально. Ну, страшно еще, когда мировые звезды сегодня, вот эту проблему тоже можно с тобой обсудить. Страшно, когда мировые звезды подписывают, грубо говоря, договор с дьяволом, становятся... мега популярны во всем мире. Мы не будем сейчас называть этих людей, да, но вот есть такие певицы, которые с кощунственными прям названиями, с фамилией Чикона. Ну, да, языческое, но другое название языческое, сатанинское. Сатанинское, собственно, да, говоря, да. Это синонимы. Просто им больше нравится называть себя там новыми язычниками, этим музыкантишкам. И вот те, кто ищет Бога, потому что молодежь, люди по жизни, они на самом деле ищут истину, ищут смысл, ищут Бога. И вот когда не сотвори себе кумира, все-таки рок-музыканты и вообще вся музыкальная культура, она предполагает некое поклонение, да, целая армия существует у каждого коллектива, да. Слава Богу, что со временем даже те, кто был безбожниками, мы знаем примеры Кости Кинчева, да, что он тоже стал верующим потом человеком, написал православный какой-то альбом там и так далее. Есть очень много хороших примеров, но вот это вот отношение, которое всегда было к рок-музыке и неприятие ее, оно совершенно правильное, потому что большинство того, что преподносится из уст рок-музыкантов, это неоязычество, новое язычество. То есть они ведут очень гнусную вот эту вот пропаганду, и это всегда происходило, и сейчас происходит, причем еще более агрессивно, но сейчас они уже до открытого сатанизма докатились. Поэтому я вот всегда не понимал, как там все время мы слышим уже на протяжении там десятилетий вот эти вот выступления против рока. А сейчас как-то вот стало понятно, что люди-то они не против рока, они против вот этого язычества, которое полностью поглотило всю музыку и популярную музыку, и в том числе рок-музыку, которая как раз обращается прямо к сердцу человека напрямую. И это в этом, конечно... И она разрушительная, когда она вот несет такую энергию. Мне не хочется сейчас вот называть специально никакие группы, да, но они открыто уже как бы и поют, призывая нечистые духи, злых духов. И... Ну, они всегда это делали. К сожалению, очень много их именно вот в жанре тяжелого рока, целое направление вот этих язычников существует. Ну, и всегда они были. И сейчас, когда, скажем так, рок-музыка ушла немножко в тень, она не является популярной музыкой. Сейчас популярная музыка, там, это немножко другие жанры.
И как раз вот вокруг язычества они сейчас и объединяются, вот эти группы тяжелого стиля. Но я хочу сказать, что в истории все повторяется, и когда-то вот аудитория насытится этими треками. Хорошо, что уже многие перестали исполнители называть свои песни песнями, они называют треками. Вот мы записывали трек. Если ты записываешь, допустим, песню, да, то люди записывают, они так говорят, мы записываем треки, вот новый трек, новый хлам. Да вообще они песнями никогда не называли, им нравилось называть это композициями, потому что они не знали, да, что да, это да. слово обозначает. Да. Они все время композиции у них. Я хочу сейчас задать тебе такой вот провоцирующий вопрос. Значит, ты с детства увлекался гитарой, да? Вот... Естественно, попадали тебе пластинки там Deep Purple, каких-то коллективов, которые, собственно говоря, являлись таким первоисточником, да, откуда все, собственно говоря, рок-музыканты черпали вдохновение. Но вот упав на благодатную почву твоего разума, да, ты расскажи, пожалуйста, людям будет интересно вот этот момент, уже как ты изобрел первую гитарную примочку сам. Вот. И потом я тебе еще кое-что о чем хочу спросить. Ну, изобрел, это громко сказано. Ну, да. Ну, на самом деле, вот знакомство с Deep Purple, оно прежде всего было знакомством с рок-оперой «Иисус Христос. Суперзвезда», в которой Ян Гиллан, вокалист Deep Purple, исполнил роль Иисуса. И даже несмотря на то, что это протестантская такая рок-опера, но на тот момент это сыграло вообще огромную роль для всех, ну, примером послужил всех уже. Людей, да, потому что они многие благодаря знакомству с этой рок-оперой услышали имя Христа и немножко стали знакомиться с тем, о чем нам повествует Новый Завет. Поэтому вот это, конечно, было очень важно. И Гиллан, конечно, гениально это исполнил, там именно как вокалист, как певец. И до сих пор эти арии, они звучат по радио, и я каждый раз даже на машине сиеду, в машине в основном радио слушаю, я даже бывает останавливаюсь, чтобы вот спокойно сесть и послушать, как же здорово он там записал эти партии Иисуса. А по поводу педали, которую я сделал в то же время, это происходило это середина 70-х годов, журнал «Юный техник» я получал по почте, каждый месяц он приходил, и вот однажды в одном из номеров была опубликована схема того, как можно сделать это. Искажение, да? Да, фус это назывался, квакер в одном устройстве, и вот с каким-то неимоверным... А на тот момент ты уже электрогитару сделал, да? Или у тебя купил? Нет, гитара у меня тогда была еще обычная наша гитара за 7 рублей 50 копеек. И на ней стоял звукосниматель. Не стоял, а дедушка мне купил звукосниматель за 9 рублей. И гитара уже была, то есть уже я ее включал в магнитофон. Вот, но вот этого звука искаженного, который в хард-роке используется, мне не хватало. Но самый интересный финал этой истории оказалось, что вовсе не нужно было эту педаль делать, достаточно было гитару включить в микрофонный вход магнитофона, что как бы противоречило здравому смыслу. Но случайно я ошибся, просто гнездом, а не рядом там гнезда. Я вот, обрадовался. И да, да. Но я на самом деле долгое время там боялся этого делать, потому что это было с точки зрения там безопасности. Электроники, да, электроники, это было неправильно, то есть это могло там вывести, теоретически, могло вывести из строя это, микрофонный вход. Но потом я уже разузнал, что именно так и нужно
именно за счет естественные этого. Ламповые перегрузки. Да, такие. Конечно, ничего там не повреждается при этом, потому что это ламповое устройство, и лампы как раз это очень так хорошо переносят эту перегрузку. И даже первые репетиции потом, когда уже с черным кофе были там, в конце 70-х, я этот магнитофон, он огромный, правда, как мы его вдвоем несли до автобуса. Где-то килограмм 18, наверное. Наверное, да. Ну, может быть, чуть поменьше, но вдвоем его вот такой вот он шкаф, да, вдвоем мы его до автобуса несли, на автобусе там ехали до электрички. Вот, метро, наверное, не пустили бы. Или нет, наверное, метро тоже умудряются. Ну, так, не то, что каждый день его возили, но как вот один раз его куда-то перевезли, так он там навсегда и остался. Ну, потом уже появились какие-то гитарные усилители. Да, вот так вот постепенно образовывалось то, что стало потом, я бы сказал, таким уже образцом настоящей русской рок-музыки, причем музыки христианской. Вот мы с тобой когда в радио по передаче говорили, что поразительно, что в 17 лет поэт Александр Шаганов написал вот слова «Деревянной церкви Руси». Да, вот это. Да, да. Интересно, что как вот вы с ним познакомились, как он дал тебе этот материал? Сначала у меня появилось его стихотворение «Звездный водоем», на который я написал музыку, и появилась эта первая песня, которую я стал исполнять уже, но с ним мы даже не были знакомы, и потом, там, через некоторое время, он мне позвонил и сказал, что вот он и есть автор вот этого стихотворения. И, ну, я очень обрадовался, и он тут же мне по телефону, по-моему, продиктовал еще одну песню, из нее еще одно стихотворение, из которого получилась песня «Зимний портрет», вот вторая наша песня. Потом даже мы с ним встретились, он мне передал, ну, рукописи своих стихотворений. Но это было еще совсем мальчишки, можно сказать. Это 85-86 год, да. Там, ну, какой-то возраст. Ну, около 20 лет уже, да. Ну, вот мне что, знаешь, интересно, что Шаганов-то в основном там для Маликова, это потом. Для ЛБ. Это они воспользовались тем, что Владимирская Русь стала таким бомбой. Да, песни года в 1987 году. И они, как опытные, скажем так, продюсеры, ну, Юрий Маликов, известнейший наш продюсер, создатель вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», он, конечно, сразу сориентировался. И то же самое сделал опытный уже на тот момент, тоже чуть позже, это уже был Игорь Матвиенко, который вот на базе совместных песен. А изначально, получается, первые вот песни он как раз написал для группы «Черный кофе», да? Ну, нет, я думаю, что первые песни, вот эти стихи, он просто их написал. Он написал именно имея в виду, что это будет песня. Да, да. Ведь когда он мне дал рукописи своих вот этих текстов для песен, так это назовем, которые вот он, стихи, которые он писал именно для песен. Мне вот, кроме двух песен, которые уже существовали, я написал, мне ничего из этого не подошло. И я ему позвонил и сказал, что, ну, Саш, пока вот на двух песнях мы остановимся, и, ну, будем ВКонтакте там, будешь мне показывать, что-то будет новое появляться. Он говорит, хорошо, обязательно, но сейчас, говорит, хочу тебе тогда просто прочитать стихотворение мое, одно из самых удачных моих стихотворений. Очень высоко его оценил Андрей Андреевич Вознесенский, которому он показывал. И он мне по телефону начинает читать это стихотворение. «Деревянной церкви Руси, перекошены древние стены». Я вот тут же останавливаю, говорю: «Так, Саша, минуточку, сейчас я возьму ручку, запишу, да? И буду за тобой записывать», да. И он мне читал по телефону, я записал, так, давай через там несколько минут созвонимся. Я тут же взял гитару, тут же написал песню
Сразу пришло вдохновение, да? Ну, там Саша просто пишет такие стихи, в которых музыка уже заложена. Ведь он же не зря это пишет именно вот как песню. Почему-то вот здесь, вот это «Владимирская Русь», это стихотворение, он не рассматривал как песня. Но, тем не менее, там музыка была тоже заложена. Это ты услышал как талантливейший человек. Да, я услышал там то, что я услышал, да. И это... в итоге мы получили, вся страна получила то, что... вместе с новой волной вот этой тяжелой музыки в наши, во все дома. Я не знаю, какой был тираж пластинки. Первый тираж был 2 миллиона, а дальше, ну, вот до 10, наверное, миллионов вырос. Да, и почти в каждом доме была эта пластинка. И ты знаешь, какие-то мы собирали там дни рождения, я помню, учились в школе. Наши девочки даже вот, они слушали там, я не знаю, кого в то время. Каких-то сладкоголосых, так сказать, а мы включали тут начиналось такое, и у нас мурашки, мороз по коже, понимаешь, вот деревянные церкви Руси, твой голос, и просто вот спустя время, дорогие братья и сестры, мы сидим рядом, и смысл такой, что теперь уже выясняется, что проходит время, и Дмитрий Варшавский пришел по-настоящему к Богу, пришел в церкви, стал писать такие песни уже, которые действительно можно поставить в противовес тому музыкальному, не побоюсь этого слова сказать сейчас, хламу, который заполняет огромное интернет-пространство и который действительно спет и душой, и музыкально, и вот именно русский вариант рока, понимаешь? Ценность не то, что там, знаешь, вот некоторые группы, сейчас не буду называть, очень популярная есть группа в России, да, которая играет Iron Maiden, по сути дела. Ты знаешь, наверное, о ком я говорю. Угу. Вот. Ты же пошел своей дорогой. Как тебе удалось найти вот этот свой жанр, свое звучание? И потом, вот после того, как ты скажешь об этом, как тебе удалось найти свой жанр? Вот ты все-таки играешь русский тяжелый рок, а не зарубежные. Ну, я думаю, что это прежде всего язык, русский язык, он уже подразумевает то, что это русские песни, так, и музыка такая. И самобытное звучание гитары, опять же. Такое. Но звучание гитары, оно всегда уникальное. Гитара настолько тонкий инструмент, особенно электрогитара, когда она включается вот, с перегрузом, вот эта вот чувствительность, на самом деле это просто увеличивает там в десятки раз. Каждый для себя выделяет какую-то... Там очень, да, там эта палитра огромная. Я помню, как-то наш барабанщик, народный артист России Анатолий Абрамов, он взял гитару у меня подключенную, и он даже не смог ничего играть, но он говорит: ох, насколько же у тебя тут все просто вот... Он только докоснулся, и там уже все как бы запело. Да. Он даже играет там с другими гитаристами знаменитыми. Он сотрудничал с Тимуром Мардвишвили и с Виктором Зинчуком. И вот... И со мной, то есть за всю жизнь он с тремя гитаристами всего играл, потому что он очень скрупулезно, да, к этому относится. То есть это вот группа «Аракс», которая собирала стадионы уже тогда, в конце 70-х годов. И он удивился, насколько у меня как бы вот эта чувствительная гитара настроена, когда вот он попробовал добавить громкости и сразу... Поэтому звук гитары настолько безграничен, что любой человек, любой музыкант, который обратится к гитаре, особенно вот к электрогитаре, он обязательно должен что-то там выделить. Индивидуально свое. Да. Да, и поэтому любой инструмент он будет звучать индивидуально. Просто насколько это хорошо и интересно, это уже другой вопрос. Возможно, что у большинства людей, скорее всего, это будет не совсем музыкальный, скажем так, звук, от которого там люди будут разбегаться. Я не раз это видел. Потому что этот звук, он проникает с, там,
довольно чувствительно работает на барабанные перепонки. В общем, им очень аккуратно нужно пользоваться. Так что... Во всем надо знать меру, да, наверное? Ну, все зависит от того, как с этим обращаться. Mm-hmm. Все зависит от этого. Поэтому здесь зависит, конечно, от музыканта, как он... В общем, вот благодаря стечению обстоятельств, с тем, что ты пришел на сцену вот, СССР, потом российскую и так далее, и группа приобрела вот где-то в 90-е годы уже, в начале 90-х, такую просто популярность по всей стране, гастроли, концерты и за рубежом, и в Израиле, и где только не выступали, везде народ просто, как сказать, это было новое, это было по-русски, это было необыкновенно, и остается быть. Но когда ты лично почувствовал необходимость вот, прийти в церковь, прийти к Богу, теперь вот началась наша тема. Ну, это да, это наша основная тема. Ну, это когда уже Господь, это уже Господь, в общем-то, подпускает людей ближе к себе или нет. Это от человека, конечно, это зависит. От того, как он устраивает свою жизнь, как он устраивает свои мысли и свои думы, и свой интерес к этому. И Господь устраивает так, что человек может подойти чуть поближе, там, на шажок. В реальности это происходит так, что появляются люди рядом, которые замечают твое стремление, что ты вот в эту сторону посмотрел, а они тебе подсказывают деликатно подсказывают, значит, как это можно сделать. Ну, собственно говоря, так же и в моей жизни происходило, и довольно быстро это... То есть не было какого-то несчастного случая, потрясения, как это бывает, знаешь? Ну, для кого-то и так нужно, да, слава Богу. Но у меня вся жизнь была потрясением до этого, можно так сказать. Но для этого не было специального потрясения. Кроме того, что все, что до этого со мной происходило, это было довольно серьезное потрясение. И я, конечно, двумя руками ухватился за эти ниточки и, в общем-то, очень быстро уже оказался в православной церкви. Но могу сказать, что практически это невозможно для обычного человека, потому что бывало, что и бывает постоянно, что люди, которые находятся рядом со мной, там, они этим интересуются, я стараюсь что-то подсказать, там даже за руку кого-то привожу, но, к сожалению, ничего не получается. То есть, ну, это давно известно, что приходят тысячи, десятки тысяч, а спасаются единицы. Так что это известный факт. У каждого свой путь в храм, путь к Богу. И сколько лет ты уже вот... Я имею в виду больше 20 лет. Больше 20 лет. С конца 90-х отчет ведется. То есть как раз когда пришла к тебе вот эта популярность, слава? И нет, ты... популярность намного раньше пришла. Нет, я имею в виду, что уже, как бы сказать, такой пик. Ты уже почувствовал себя, ну, то есть прошел испытание славы. Да, конечно. Это уже после этого, да. Слава уже даже поутихла немножко. Да, и вот... Медные трубы уже отгремели. Да. Этот момент. И ты вот первый раз, когда ты исповедовался, причастился, может, это вспомнить? Конечно. Я это очень хорошо помню. Это было в 99-м году. Это в Суворовской церкви было. Суворовский храм, он находится у Никитских ворот. Это такой небольшой храм.
Вот там это впервые случилось. В 99-м году. Ну и ты вот это надо понимать, что, братья и сестры, что на самом деле у каждого собственное восприятие, принятие крови и тела Христова, да? Кто-то чувствует какие-то сразу в себе перемены, кто-то, может быть, чувствует просто какое-то спокойствие, кто-то, может быть, ничего не чувствует, только готовится, собственно говоря, да, еще к этому. Для тебя это было таким, как бы, вот, экзаменом? Ты старался действительно душевную работу такую над собой провести, чтобы вот... Духовную, да. Ну, конечно. У меня было кому подсказать, как это все правильно сделать, да. Ну, и, конечно, меня всегда очень сильное действие производит именно исповедь и разрешительная молитва, которая читается по окончании исповеди. Вот это... Да, это необыкновенный момент, когда да, это сильнейшее, отпускаются да, грехи. Так что это, ну, потом причастие, это, конечно, вещи сравнимые по своему воздействию. Вот, но нужно было какое-то время понадобилось для того, чтобы и потом, чтобы причастие являлось таким же потрясением, как исповедь. Потому что все-таки, наверное, исповедь это было более понятно, это ближе к человеческому, а причастие это уже божественная сторона. И понадобилось какое-то время. То же самое могу сказать о гробе Господнем в Иерусалиме. Наверное, когда я приложился к нему второй раз или третий раз, вот тогда было самое сильное ощущение. Вот. Что ты почувствовал в этот момент? Ну, это невозможно описать. Это как раз не поддается объяснению словами. Но вот не сразу. Вот первый раз точно ничего, скажем так, сверхъестественного не произошло. Но где-то вот второй или третий раз, да, это было потрясение. Настоящее. Братья и сестры, напоминаю, что это Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе», которого мы помним из СССР родом, и который вот именно, оказывается, 20 лет. Я, честно говоря, не знал. Я понимал, что ты поешь, но вот именно, что ты глубоко верующий человек, я почувствовал, когда с тобой побыл рядом, пообщался, и от тебя исходит вот какое-то внутреннее спокойствие, такая добрая энергия. И я понял, что несмотря на то, что это русский такой рокер номер один, который принес тяжелую музыку, он же и благодаря своему вот этому творчеству есть такая небольшая армия поклонников или большая армия, потому что на самом деле я там комментарии читал, человек пишет, мне 53 года, я всю жизнь слушаю «Черный кофе». Кто-то еще там что-то пишет. Вот, люди сквозь жизнь пронесли, понимаешь, с детства мы несем в душе деревянные церкви Руси. И вот какие слова, да, подойди, о многом спроси и так далее. Вот это все настолько перевернуло сознание советского человека. Вместе с рок-музыкой пришла и такая миссионерская деятельность. Ты осознавал, что ты все-таки вот выполняешь какую-то духовную миссию в тот момент, когда ты был популярен? Да и... нет, конечно, нет. Конечно, нет. Я просто был увлечен музыкой, скажем, до этого, когда вот эта популярность на меня свалилась. Но это никакой человек не способен это выдержать. Вот. Поэтому мне пришлось через эти страдания популярностью, конечно, пройти. Потому что это все, что можно. Это от самого мелкого до самого крупного города. То есть это концерты, гастроли. Вы должны понимать, что... Это не просто вынести, это не просто выдержать. Нельзя же говорить, что испытание славой не каждый может выдержать, потому что многие, к
сожалению, рок-звезды становятся и наркоманами, и потом кончают жизнь самоубийством. Мы знаем множество примеров, да? И превращаются в каких-то идолов и так далее. Дмитрий Живошевский превратился в лучшую версию себя сегодня. Вот он здесь с нами, здесь и сейчас, в храме Сергия Радонежского на Ходынском поле. Мы ведем такой разговор именно о вере и о Боге. Я знаю, что у тебя семья, супруга, она тоже верующая? Ну, конечно, мы все семьи там. У меня три дочки. Три дочки у тебя? Да. Старший вот будет 6 лет через месяц, а младший только годик исполнился. Да ты что? Вот пару недель назад. И вот средний 2,5. И мы все, конечно, мы все вместе это, в воскресенье идем, да, обязательно на службу. А я думаю, что же ты такой счастливый? То есть это действительно вот Господь послал, пройдя вот эти все испытания жизненные, да, создав тот материал, который ты создал, фундаментальный, да, рок-музыки, ты теперь пришел к наслаждению отцовством, у тебя есть возможность прочувствовать это, да, как это быть отцом, как теперь тебе надо, значит, передавать свою мудрость, свои знания своим дочерям, чтобы они тоже стали со временем, пришли и к Богу, и к вере, и так далее. Ну, если папа своим примером подает и маму, то, естественно, Бог даст, что так все и сложится. Скажи, вот те люди, которые, знаешь, некоторые там сейчас слушают, может, православные люди слушали «Черный кофе» и думали, что там, может быть, не все так хорошо. А теперь мы раскрыли вот тебя с другой стороны. И братья и сестры, видите, это совсем другой человек. И действительно, он за собой, тех, кто приходит к рок-музыке, он за собой ведет к лучшему. Он открывает для людей Христа. И вот сейчас то, что он здесь, это исповедание веры. Дмитрий, я благодарю за то, что ты пришел. Вот, ты выполняешь не только то, что ты сделал, это уже ты сделал. Как бы это такой фундамент, такой пласт рок-культуры российской, который ну, навсегда. Это бренд. Это ты первый, понимаешь? Это как бы ты это осознал в свое время. И потом уже что только не пилили, что только не играли, что только не делали, подражали другим, да, там, вот я же говорю, что слушаешь группу и узнаешь Iron Maiden какую-то мелодию, ну что такое? А слушаешь «Черный кофе», понимаешь, что самобытное, тут вот должно быть вот так, а ты играешь не так, ты играешь по-своему, понимаешь? У тебя свои рифы какие-то есть, то есть свой почерк, свои какие-то вокальные особенности узнаются сразу. Если звучит «Черный кофе», мы сразу понимаем, что это звучит «Черный кофе». Если звучит Deep Purple, да, мы знаем, что это звучит Deep Purple. Если звучит там, допустим, какая-то еще известная рок-группа. То есть вот именно самое главное – это индивидуальность. И все вместе, вот это на самом деле Дмитрий Варшавский, потому что все песни в основном написал же музыку ты, автор, да, песен. Да, музыка вся моя. Вот, поэтому это Божий дар, и это твой крест, потому что испытания, которые ты прошел достойно, остался человеком, пришел в храм Божий и привел и приводишь за собой многих тех, кто тебя послушают, они задумаются и тоже однажды сделают эти шаги в храм. Ну, будем надеяться. Чтобы ты, ну, по крайней мере, так происходит. Ты, ну, знаешь, слава Богу, я да, тоже, нет, конечно, фактов я, много, потому фактов что мне люди много пишут, да, об этом. Ну, хотелось бы, конечно. Вот я, например, там знаю много примеров, когда люди слушали, затирали эти пластинки, да, а потом их
к ним доходило-то, о чем ты поешь все-таки? Смысл-то какой? Смысл-то в том, что это вечно, да? Что в этих, как там, в этих стенах есть сердце вены. И вены, да, что это живое. Вот, вот это все живое. Это музыка, этот, эта группа, это все живое и продолжает жить. Поэтому я желаю тебе творческого долголетия, семейного счастья. Вот на днях был праздник Петра и Февронии. Вот, день семьи, любви и верности, чтобы твоя семья была такой по полной чашей, твой дом. А тебе, тебя хочу попросить обратиться к аудитории Ходынского вестника, вот, аудитории храма Сергия Радонежского, прихожанам, может быть, и не только, к тем, кто нас слышит. Дорогие мои, я очень рад, что у меня есть возможность сегодня повстречаться с вами, хоть и через экран телевизора, с помощью Виктора рассказать свою историю своего прихода в православие. И я надеюсь, что после этой передачи хотя бы на один маленький шажок каждый из вас станет еще ближе к нашей православной церкви. Да хранит вас Господь. Спаси, Господи, за то, что ты пришел. Многих милостей тебе от Господа. И пусть в твоей душе вот то, что сейчас Господь в нее вошел, пусть он в ней царит всегда, а ты твори добро и радуй нас еще долго своими новыми песнями. Кстати, новый альбом недавно был записан, скажи, как он называется? Новый альбом, да, мы практически вот только что завершили запись. Он называется «Слезы дождя». Ну, надеюсь, что скоро он будет выпущен. И, Виктор, хочу тебя поблагодарить за приглашение, поблагодарить настоятеля храма отца Василия за то, что он предоставил нам возможность такую увидеться со зрителями этого православного канала. Так что, если братья и сестры, ваши дети иногда увлекутся тяжелым роком, посоветуйте им послушать «Черный кофе». «Черный кофе» — это навсегда. До свидания. До свидания. Храни вас Господь. Светки падающий лист, в день осенний золотист, он по воздуху кружится и танцует, как артист. С ветки падающий лист. Нет ни братьев, ни сестер, он один на весь простор. Он пьянеет от свободы, пылает, как костер. Он один на весь простор. Если близкие знать смогли, сколько лёду до земли, а потом лежать валяться под ногами.